Всем привет, мы продолжаем забег по Swineer Kingmaker Beyond the Stolen Lands. Это вторая часть прохождения новой партии, она еще маленькая, четвертый уровень. Давайте скупаться. Продали весь мусор, возможно, зря продал исключительно качество вещи, но ладно. Так, что нам дали? Боевой топор и посох не нужны. Кольчуга. Так, ты доспехи не носишь. Ну, по факту, либо мейну. Так, стягиваем доспех плюс один. Нет, он не работает. Так, домонки. Чуть получше, а если тебе дадим... кольчугу плюс один. Да, пока нормально. Кольцам. Давайте тебе. И вот эти штуки уходят к Тинсею. Так, что продаем? Топор. Посох. Легкий щит и... Так, что можно взять? Можно взять какие-то предметы плюс один. Так, у Магуса длинный лук. Мне не нужен просто длинный лук. Так, а композитный длинный лук. Две 500. Других альтернатив я пока не вижу. Так, егерь первого мира. И, в общем-то, все. Хорошо, Магуса может пользоваться? Может. У тебя уже лук есть, у тебя. Тоже есть, но остальных я перевооружу попозже. Нужно было колечки на армор, ну ладно. Плюс 6, 1, 8, плюс 7, 5, 12 и... Да. Вперед. Ну и на всякий случай напоминаю, что у рейнджера это бонус за прошлый забег до 38 уровня. Мы находимся на 5 уровне, он, похоже, электрический. Что несколько неприятно. Но посмотрим. Ой, стоять. Так, а почему у меня нет кнопочки обезвредить ловушку?
time, always ready. In due time. Чё, серьёзно? Давайте леопардом тогда обезвредим. Я не понял. Давайте алхимиком. А что это было? Что это за красная полоса тогда? Где монстры? Так, такое ощущение, что это баг. I'm off. I'm there. Так, ну ладно, тут я, допустим, никого не ожидаю. Тоже не ловушка. In due time. Хорошо. А где комитет по встрече? Такое ощущение, что дом на уменьшение размера сейвов отработал. И все зачистил. Follow if you dare. В общем, понятно, что мы здесь ничего не найдем. Внезапно. Ладно. Первый раз такое вижу, честно говоря. Интересный здесь дизайн. Это черепа лежат, да. Вот тут, да, есть нормальные монстры. Хорошо. This will hurt. Their life ends here. Так, что произошло? А, вы кислотные, я понял. Так, а давайте-ка мы дойдем. Так, шоковое прикосновение. Не успел. Так, давайте по шаг. Ну и бомбу. Превосходно. Was easy. Так, когда поднимаемся наверх. I do what I must. И снимаем наш порог смерти. Да. Легкая прогулка закончилась. Начались суровые будни. Но это хотя бы были особые монстры. Так. It's time to act.
I'm there. A trivial task. Interesting. I'll take care of it. Ha! A trivial task. Давайте еще в следующую комнату. Follow if you dare. Вдруг еще что-нибудь обнаружит сам. Кстати, я очень мало видел кислотных подземелий в прошлом забеге. Снижение урона серебром, спасибо, хотя бы не реген. Так, а вы считаете злыми? I'll take care of it. I'll take care of it. Так, селение пока ты не можешь никакое сделать полезное. Так, я подключил пошаг, ну ладно, немножко, значит, пошага. Так, что будет делать наш чародейский лучник? Я, кстати, есть контрипы. Так, или ты пока не умеешь. Сейчас, стоп. Да. You should have run! Но мы ему ничего не сделали. This will hurt! А вот тут получается удачно. Ну и волки. Волки — это несерьезно. А, они кислотные, поэтому у них урон кислоты, понятное дело, меньше. Вот оно что, Семен Семенович. I do what I must. Еще сундучок. И куча дверей. Лютовол. Страйк! И вот. Все больно. Так. Давайте-ка я исцеление этих ранений поиспользую. That was easy. I'm there. Что еще? Пустое крыло, ладно. И надо думать, как победить Пиунью. Против Пиуньи нужны какие-то анти-майнд-контрол эффекты. Уровень почти у всех. Ну, давайте подождем, пока алхимики прокачают. This will hurt. Aha, a test of my abilities. Удобно играть милишной, ой, стрелковой партией. Так, мирно провалили. Ой. Неудачно влетели. I'm always ready. I'm there. Their life ends here. This will hurt. Так, стая крыс, а вот у стая крыс не вредно бы и бомбочки поиспользовать.
Так, ну вы прямо не хотите повышать алхимика, ладно. I do what I must. Так, это спуск вниз. Ладно. Уже все, ничего. Поэтому я думаю, что у нас сейчас левел апнется. Наш прекрасный алхимик. Тут ничего нет. И здесь была еще одна комнатка. Еще одни ворота. Так, знание магии. Impossible! Провалили. В принципе, да, там шансы не очень большие. Так, шлемчик нашли. И все. Ладно, качаемся тогда. Жрец 5 уровня. Что у меня есть? Воплощение и меткий выстрел, стрельба вблизи. Так, лучший друг — это связь со зверем. Да, очень хотим. Сильного питомца. Не то чтобы это было прям какой-то имбой, но... У тебя заклятый враг и усиление заклятого врага. Так. Лучший друг. Дальше, заклятый враг. Кого я взял в прошлый раз? Пей. Тогда берем конструкций. И улучшаем фей. Так, вот ты идешь по линейке Магуса. Дополнительные черты. Так, быстрый выстрел или убийственная меткость. Быстрый выстрел. Истинная меткость. Что тебе здесь нужно? Давайте паутину и блестки. У тебя черта, мистическое оружие плюс 2 и черта Магуса. Так, стрельба вблизи. Почему вы мне показываете стрельбу вблизи? Я мечник. Мне оно не нужно. Так, что у нас здесь есть из заблокированного? База модификатора атаки. Так. Стерео журавля у тебя нет. Так, рвущий удар. Так, волшебный удар нет. Поймать момент у тебя работать не будет.
Где взять сокрушитель на работу вслепую и боевые рефлексы? Ох. Давайте крепкий орешек. Одна так с полным базовым модификатором, при попадании обычный урон и дополнительную атаку. Так. Не очень понимаю смысл. Давайте боевую магию. Кошачью грацию. И блёст. А. Да. Это нормально у тебя, товарищ колдун. Безудержный смех. Так, у тебя взят меткий выстрел, преодолевающая магия. Школа магии плюс воплощение. Ну, давайте на будущий усиленный призыв. Фух. Магический доспех. Кастатриас. И вроде это все, что мы смогли здесь посмотреть. Так, по спеллам у тебя есть новое. Так. Здесь. Ага, аура архона. Перестановка действия яда. Молебн. Я бы еще хотел устойчивость к стихиям. Но, видимо, нет. Не сейчас у тебя. О, как много всего интересного. Ураганный лук. И аспект сокола. У магуса, но больше волшебных стрел. Ржение и два луча. Масло и шоковое. Да, зеркальное отражение. Порядок. I'm off. И идем. Идеальный, есть идеальный критический удар. Ма, какая прелесть. Опаньки. Склянки заблудшего алхимика. Это здорово. Это квестовый предмет. Какие-то больные нас здесь ждут или безумные. Пока непонятно. Так, алхимик. Устойчивость к ядам. Ну, такое.
А я могу бомбы взять. Давайте уверенное владение оружием бомбами. Дубовая кожа. Кобольд, ну да, не без, он безумный. Ну ладно, безумный, это что-то не страшно. Да. Я не пробовался, кстати. То, что не пробовался, плохо. Are absolute. I am never wrong. We should move. Тебе точно нужен мир, Сэвидж. It's time to act. My skills are absolute. It's time to act. I'll take care of it. Now, hey, Urama. I'll take care of it. Obronda gratior. Patricium Turinos. I do what I must. Интересно, откуда действие яда включили. Interesting. И дальше, 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 бегом. I'm there. Test of my abilities. Так, давайте вот эту я поиграю по шагам. Так, леопард ничего не может. Леопард, он, может быть, и мог бы, но нет. Так. Так, у алхимика есть бомбы, и он ими будет пользоваться по... Так. Более убийца, хорошо. Так, что будет делать товарищ Магус? Давайте паляющим лучом. Можем. Костотряс. Попали. Рейнджер только стреляет, его, видимо, стрелять в упор. Минус один, так, и... Кенсей. Не хочется провоцировать этот атаку в оппортунити. Так, что ты делаешь? You should have run! Добили. И отходим. Так, волк. Стражем. Ну и дальше можно уже автобоем. Готово. Вы бонусные, да, они бонусные. Ого, как. Неприятно. Follow if you dare. Эй, котик, стой спокойно.
заходим. Еще один кобальт. Strike! This will be quick. Опытный кобальт. Интересно. Чисто. Будет ли здесь что-то еще? Да, сундук. Ну, в сундуке ничего такого сверхполезного. Так. Открываем. Ой. Ну ладно. Урон не такой большой. Это вот один? Нет, не один. Это был лучник. Это был алхимик, но он ничего не сделал. Interesting. Хорошо. Эту ловушку мы хотя бы обезвредили. В целом, пока дела идут более-менее. И пока мне нравится играть с белками так. Так, испуг. Звук мы сняли. Точнее, за контрием. Нерушим сердцем. Это действительно хорошая вещь для нас. In due time. Так, тут почему-то ходить нельзя. Совершенно непонятно почему, но такие правила. Skills are absolute. Следующая зона. Oh, what a failure. Да, шансы не очень большие. I'm there. Давайте тогда рискнемся на этой пачке. Вроде мы ничего не пропустили. I'm always ready. Follow if you dare. И идем дальше вниз. Ничего полезного. Ну, мы хотя бы одну квестовую вещь нашли, так что это уже какой-то метапрогресс. Плюс мы все-таки идем к 50 уровню, я надеюсь, этой группой. А, и нам дали уровень. Так, жрец. Тут все без изменений. Так, рейнджер тоже без изменений, у тебя дают черту боевого стиля. И на этом все. Так, стрельба вблизи. Или меткий выстрел. Давайте возьмем стрельбу вблизи плюс. Потому что иначе мы ее не возьмем. Так, а это... Сейчас, стоп. А выбрать дистанционное оружие. Понял, оно берется для чего-то конкретного. Обидно. Так, Магус. Аркан Магуса.
Атака провидца. Бонус ловкости против моих атак для магуса. Не особо интересно. Давайте долговременный клинок. Давайте кислотную стрелу и... Пусть будет бычья сила. А, у святого, святого мечника тоже аркан. Так, а вот атака провидца для тебя это хорошо. Причем очень. Паляющий луч тебе не нужен. Тебе нужна, наверное, свежая стойкость. Бычья сила. Колдунам. Здесь вообще ничего важного. Кстати, мне бы атлетику покачать. Так. О-о-о, какие шикарные вещи. Косту у меня возьмут и без вас. Давайте смрадное облако возьмем. Так, и у алхимика. Рассеивающие бомбы. Да, насыщение это ключевой для тебя. Ключевое для тебя открытие, потому что делаешь... Ай, алхимика бафером. Мне особо ничего не нравится. Так, бафаемся. Аборане сентес. Амранда гратиор. Магритиор. Минута уровень. I'm always ready. I am never wrong. We should move. Вылечить гуманоида пока не хочу. I'm there. Так, вы иллюзорные. This will hurt. This will be quick. Без блайндфайта. Тут есть что-нибудь? Нет, ничего. Только один сундук. I'm off. Хорошо. Зомби-лорд и скелет-воитель с луком. А вы давайте постреляем по скелетам. Так,
как-то не очень здорово. Давай бомб. Пошёл. Валяющий луч. Котик добежал и может поучаствовать. Второй котик да тоже что-то купит. И волк тоже добегает. Ну и дальше все просто. Так. Ну, пока еще в бою, да. Интересные эффекты. Надо будет еще снаряжение прибрать. Что за дверью? Кстати, быстрее бегает теперь. Или мне... Нет, мне кажется. У него скорость такая же, как у остальных. Щиты лежат, кстати, красивые. Но полутать нельзя. Ловушечка. That was easy. Follow if you dare. Impossible! A trivial task. Для кого-то impossible, для кого-то trivial task. Ну что же. Религию мы не прокинем, скорее всего. А, прокинули даже. Приятно. Так, скелеты. Don't hold back. Their life ends here. Так, вот мне бы. Должен нас отравить. Так, тут ловушки, кстати, не было. Странно, обычно они симметрично расположены. Ну что же. Забегаем. Test of my abilities. I'm there. По 100 монет за один лук со скелета копить 170 тысяч на Егере Первого мира будет долго. Не только он, честно говоря, ну ладно. Зато есть чему стремиться.
Собираем все. Уходим. Так, давайте продадим. И заодно немножко прибарахлимся. О, начались лаги. При подходе к честному парню. Все нормально, подходишь к нему. И ё-моё. Давай-ка поглядим на твои товары. Так, мусор продали. Теперь смотрим, что есть вообще. Кистень, фальката, сай, пилум, легкий арбалет плюс один, ну такое. Так, доспех носить некому. Кольчужная рубаха, кстати, поинтереснее будет. А вот щиты у нас никто не носит. Тяжелые доспехи никто не носит. Так, пояс ловкости. Давайте рейнджеру. Так, устойчивость. Давайте тоже рейнджеру. Кольцо удачи рейнджеру. Второй пояс ловкости. Чернейскому лучнику. Третий пояс ловкости. Тебе. Давайте шлемчик. Наручи стрелка. Да, еще больше тебя качаем. Амулет природной брони. Святому мечнику. О, святому мечнику. Ну, можно же, да. Мудрость священнику. Давайте тебе, не то, что так было особо нужно. Амулет брони. Не стремимся в кислоте. Шлем непонятен. Кому его дать? Ладно. Платы, наверное. Одни латы оставим. Так, что здесь есть? Кольца защиты. Ну, у меня пока нет денег на что-то прямо хорошее. Могу взять кольцо защиты плюс 3. Наручи защиты плюс 4 вообще. Это хорошо. Так, а еще...
Еще двуручник бы. Так. Двуручный меч плюс один. К сожалению... Тебе больше особо ничего нет. Так, и луки. Так, композитный длинный лук тебе не нужен, наверное. Поэтому ладно. Все остальное можно продать. I do what I must. Боже, какие тормоза. О, предсмертная записка пленителя еще попалась. И схемки заблудшего алхимика. Неплохо. Тут так. Больные существа и ловушки. Не хвались раньше времени, тривиал таск ему. А всего нам нужно найти 16 предметов. Я, по-моему, уже штук 8 собрал. A test of my abilities. Так, кстати, а что у Кинсея? Что у Кинсея с зеркальным отражением? Все уже сняли, да. Обидно. Надо больше стелс-слотов. That was easy. In due time. Так, плащик нас подбросил. Еще одни латы. Обидно. Follow if you dare. That was easy. Похоже, просто вылечили. Композитный короткий лук. I'm there. Interesting. Impossible. That was easy. Просто паутин.
основном принесли ядов. Хорошо. Бывает и так с саперами, да. Так, дорога вниз. I do what I must. Что здесь еще есть? I'm off. Давайте остальные комнаты дочистим. Пока не сложно, а экспа и снаряжение и деньги нужны. A trivial task in due time. There's something here. Потайная дверь. Мм. И все, один сундук. По идее, может быть, 2А. Да, нашли второй. I'm there. Очень здорово. И где-то не за горами. Level up. По идее, спустимся и получим. Follow if you do. Либо здесь дочистим остатки. Тоже получим. Так, где-то здесь еще была дверь какая-то. Так, нет, здесь не было ничего. I do вот what I must. Interesting. Что у нас здесь? This will be quick. Don't hold back. Попробую сейчас убить. Эпичные тормоза, на. И уровень. Давайте поднимем. Жрец 7 уровня с чертой. Над выбором черты, по идее, надо немножко думать. Так. Что у тебя взято, нам не показывают. Ладно. Давайте быстрый выстрел. Рейнджер. А, да, у нас здесь глюки. Давайте тогда убежим. Сюда. Да, так работает намного лучше. Тогда ты рейнджер. Видают черту. Сгруппированные выстрелы, конечно. У магуса мистическая средняя броня, такое себе. Не особо она ему и нужна. Так,
А вот вопрос. Нужно ли тебе бой вслепую? Сам по себе нет. Ладно, давайте преодолевающую магию. Марево. И ускорение. У тебя... Ты можешь использовать уровень для определения... Уровень магуса вместо уровня воина. И добавлять бонус интеллекта. Хорошо. Бонус интеллекта к инициативе. Так. Бой вслепую у тебя уже есть. Ну тогда берем привычное оружие, плюс 2 к броскам на урон. На двуручник. Давайте вампирское прикосновение. И Марио. Тебя глубокий сон и черта наследия. Преодолевающая магия плюс и реакцию нет. Ускоренное заклинание. Дезориентирующий луч. Паляющий луч. Давайте немножко призывов. I'm off. Так, что здесь? Ловушки нет? Нет. I'm there. I am never wrong. Aboran Sentes. Omranda Gratior. Quadric, we should move. Unimosi, weapons, spells, time to Uranus, time to Uranus. These days, never save one life is not enough to master them all. I do what I must. Да, полный порядок. Получается здесь все. А, я еще. Заклинаний не набрал. Это было ошибкой. Снятие паралича. Теперь есть устойчивость к стихии. Защита от стихии коллективная. Защита от смерти. Нет. Одно восстановление, которое мы пока не скастуем, но ладно. Почувствовать уязвимое место. Паляющий луч. Ускорение марева. Да, здесь зеркальное отражение просто на все.
А у тебя нет слотов, ладно. Собираем все и уходим. Follow if you dare. Далее уровень алхимиком. Тут, правда, ничего замечательного не будет. Быстрый выстрел. Защита от стрел. In due time. Так. Защита от яда, я же... Да, у меня есть крестное действие яда. Так. Шагим. Так, рейнджер. Пока мы лучше. Давайте возьмем сутролей. Так, леопард пока ничего не делает. Волк тоже ничего не делает. Так, кинь бомбы. Минус 2. Попробуй выйти. Неприятно. Кстати, у тебя же есть утомляющее касание. You should have run! Так, чародей. Don't hold back! Немножко кислоты. Так, и вот бонзай отходит. А, к сожалению, я слишком далеко отошел. Ладно, бывает. You should have run! Так, ну и все. Победили? Что же, в этом месте мы сделаем паузу. Всем спасибо за просмотр. Всем доброй ночи. Пока-пока.